Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Вчера вышел патч 0.9.20.1 или 9.20.1, неважно. Впрочем, это видео, мое мнение про этот патч. Я вчера наиграл там около 8 часов за весь день, там 7 часов стримил. 3 стрима за день сделал, там по 2-3 часа. И еще после стримов там во взводе скатал боев 5. Впечатлений, в общем, куча. И в основном все впечатления негативные. Был только один положительный момент за весь день игры в замечательную игру World of Tanks. Все, что я ждал в этом патче, это обновленный балансировщик. И, как ни странно, он меня и подвел. Я очень ждал этот балансировщик, надеялся, что смогу спокойно поиграть в эту игру и получать удовольствие, радовать вас своими стримчиками по этой игре, показывать высокий и более-менее результат в этой игре, ну и, в принципе, смешно комментировать бои. Что, в принципе, иногда у меня получается нормально, но бывает, конечно, не всегда стопроцентно, но хотел вас радовать все больше и больше стримами по этой игре. Но, как оказалось, все не так просто. Вышел патч, вышло обновление, скачал, обновил, установил, зашел в игру, включил стрим, поиграл на твинке, и тут, о, радость, на твинке меня очень часто кидало в топ. Класс, офигеть, супер. И днем, и вечером я попробовал, меня на твинке кидает часто в топ. Но зашел на основу, все прем-танки, и льготные, и нельготные, всегда почти очень много боев внизу списка. И не только у меня, но и у зрителей, которые писали в комментариях то же самое. В принципе, балансировщик тупо провалился, фиаско и все. По-другому не скажешь. Улучшений тупо ноль. А иногда даже еще хуже стало. Льготные прям танки всегда играют с девятками. И восьмерки даже не ощущают, настолько я понял. Вот, в принципе, такая вот беда. Поиграл также я на основном аккаунте на прокачиваемой технике, не на премиумной. То же самое, кидает очень часто в дно списка. Поиграл я на СТ, поиграл на ПТ, закидывают просто жесть. Почему меня кидает на твинке в топ часто, я не знаю. Кто-то написал, типа якобы потому, что у тебя меньше 1000 боев. Где-то это там в правилах прописано, что у тебя типа льготный уровень боев получается, потому что мало боев. Но в прошлом патче, играя на Т69, я стримил, и меня всегда закидывало к десяткам, почти все бои. А в этом патче меня кидает в топ. Поэтому это не так. Какие-то там, потому что у меня мало боев, это не то. В прошлом патче меня кидало в самое дно, в этом патче меня кидает хорошо. Поэтому я не знаю, в чем причина. Возможно, баланс улучшился не для всех, а только для тех, у кого меньше какого-то определенного количества боев, там, я не знаю, 5000, 10, 20, 30. На основном аккаунте у меня почти 50 тысяч боев. Меня почти всегда кидает в дно списка. Напишите в комментариях те, кого в новом патче начало кидать хорошо в топ. Сколько у вас боев? Может быть, это поможет понять причину. Но, насколько я вижу, всех кидает в днище. Может, картошка решила изжить старых игроков и баланс улучшила только для тех, у кого мало боев? Ну, короче, я не знаю. Это просто уже высосана из ниоткуда мысль. В общем, у всех, и у меня в том числе, баланс просто отстой. Также еще постримил я на Супер Конкуэрере. Ну, тупо очередной раз ввели имбу, которую сейчас все начнут качать. Этих супер конкуэреров уже бывает, что по 7 штук в команде. И играют тупо супер конин против супер коней. И вот это вот зоопарк, это просто жесть. По-любому его понерфят в говнище, потому что их по 7 штук в команде и все. Это просто жесть. Броня у него просто неимоверно жесткая. 10 градусов у Вены всунули. Пушка у него практически такая же, как у FW-15B, тупо охерительная, классная пушка. Стабилизированная ДПМная, точная, просто жесть. Единственный минус у танка, он не сильно быстро поворачивается и не сильно, в принципе, быстрый. Но он ездит и
передвигается по карте, не стоит на месте. Он все-таки не как Маус ездит, а как тогда ездит. Броня у него и пушка тупо имба. Единственное, минус — не сильно подвижный. Все. Патчем я недоволен абсолютно. Полностью. Провал, фиаско, Рубикон. Днище полнейшее. Тупо дно. Что стримить для вас дальше в танках, я не знаю. Остается только КБ, поржать с алкашей и на твинке качать Т-69. Ну, возможно, на твинке я прокачаю что-нибудь другое, если вам будет интересно. С вами был Варчик, играйте красиво, жмите лайки, бейте в колокол. Пишите, что вы хотели бы увидеть в танках от меня. Но только то, что я могу вам предложить. Прем-танки, я играть на них не могу, потому что их всегда закидывают в днище. Спасибо, разработчики дорогие. Почти все прем-танки в игре у меня есть, кроме двух. Зачем они у меня есть в ангаре, я не знаю, если на них невозможно играть. До встречи.